Добрый вечер всем, друзья! Не давай вам досмотреть про Кушен, про новинку Кушен. Это из линейки корейской косметики ISU. Всем добрый вечер! Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня хорошо слышите. Мне нужно, чтобы вы меня слышали для того, чтобы я могла начать сегодняшний вебинар. Отлично, звук есть, это хорошо. Я буквально несколько минут, пока присоединяются участники, да, займу немного ваше время и расскажу вообще, что за компания Faberlic, потому что, возможно, о ней мало кто знает столько, сколько знаем, например, мы. Вообще компания российская, компания уже 22 года. Более 20 лет она на рынке, она уже на международном рынке тоже является одним из крупнейших экспортеров и присутствует вообще в 42 странах мира уже, не только в СНГ, странах ближнего зарубежья, но и даже в таких отдаленных странах, как США, Китай и других. Широчайший ассортимент в компании, вы это уже, может быть, заметили, если вы получили каталог. У нас в компании более 16 направлений продукции, не только косметики и парфюмерия, как, может быть, многие думали, но еще и функциональное питание, одежда, колготки, аксессуары, белье. В общем, столько всего для здоровья и красоты, что, в общем, в принципе, можно даже не ходить в супермаркеты, а закупаться только в одном интернет-магазине Faberlic, как, например, делаем мы, уже сколько являемся сами консультантами. Я вас быстренько представлю, это владелец и президент компании Faberlic, он же основатель и экологической организации, учредитель образовательных программ в России, за что получал в том числе премии правительства Российской Федерации, капитаны России, это крупнейший в России проект по наставничеству и предпринимательству, который развивается на базе университета имени Плеханова в Москве. Да, можете, кстати, почитать про капитана России, если думаете, куда определить своих детей, потому что это уникальнейший проект, который, еще раз говорю, получил премию правительства. У компании 34 патента, здесь 32 написано, на самом деле уже 34, всего лишь за 22 года существования. Собственные уникальные формулы, собственная микробиологическая лаборатория в НИИ, да, собственно, научно-исследовательском институте Faberlic работают 10 научных сотрудников. Таким образом, получаем уникальный качественный продукт, который изготавливается на своих собственных площадях. Самое крупное производство находится в Москве, это более 40 тысяч квадратных метров, здесь написано 35 тысяч, да, разные данные. Компания внесена в реестр предприятий, производителей экологически чистой продукции. И еще один завод находится в Ивановской области, выкуплен прецедентом компании, умирающий завод в Иваново, для того, чтобы его возродить, и теперь там изготавливаются наши приятнейшие вискозные водолазки, приятнейшие вискозные изделия, домашняя одежда очень красивая. Вы, может быть, даже что-то посмотрели, если заходили уже на сайт. Ассортимент просто огроменный. Естественно, у нас полностью соблюдается система менеджмента и качества в соответствии с европейскими стандартами SOGMP, ГОСТ и САМПИН. Продукция имеет сертификаты халяль. Продукция экологичная, и она не тестируется на животных, то есть этично абсолютно. С нами сотрудничают дизайнеры, если есть еще остатки на сайте, смотрите. Есть коллекция от Валентины Юдашкиной в 2017-2018 годах. Кутюрье с нами сотрудничал и создал две коллекции. Можем гордо говорить, что мы носили Юдашкина и носим. И парфюмеры, которые создают для нас парфюмы, Пьер Бурдон, Тома Фонтен, Бертран Дю Шафур, Дельфин Любо. Это известные французские парфюмеры, которые создают ароматы для таких известных европейских марок, как Dior, Givenchy, Guerlain и многие другие. И для нас в том числе они тоже создают ароматы. Но благодаря тому, что компания российская, мы можем сохранять приемлемом уровне цены. И тот же парфюм от Бертран Дю Шафура, мужской Faberlic by Valentino Dashkin, есть такой мужской аромат, стоит у нас всего 2000 в каталоге, в то время как Bertrand Dou Chaffour создает ароматы стоимостью до 40 тысяч рублей. Естественно, у компании очень много разных наград, и компания славится тем, что продвигает продукт путем прямых продаж,
То есть вам всем практически заведен личный свой кабинет, в котором вы можете напрямую от компании, минуя всяких посредников, минуя различные вот эти вот оптовые базы, где вы просто продукт, очень долгий путь проходит от производства до магазина, претерпевает множество там различных путей, машин и так далее. Тут очень все быстро, напрямую от компании привозит продукт, он не поддельный, он не пиратский, да, мы не, часто не знаем, что мы приобретаем в магазинах, и нет вот этих диких накруток, которые делают ритейлеры, то есть перепродавцы. И это очень удобно получать через свой интернет-магазин, через свой личный номер продукцию, минуя вот этих диких множество посредников. Ну так что, потихоньку переходим к... Я вижу, что у нас уже 20 человек, участников. Я думаю, что можно уже начинать. Закончу просто тем, что на сегодняшний момент у нас 18 каталогов в год, более 5000 наименований продукции на сайте, более 7 даже, и в каталогах 1100 товаров, новинок тоже больше 1000 каждый год выпускают. На сегодняшний момент более 10 миллионов семей по всему миру пользуются продукцией компании Faberlic. И я думаю, что вы тоже, если никогда не пользовались, то сегодня... Возможно, выиграете что-то и тоже попробуете продукцию. А что вы сейчас выиграете, мы с вами посмотрим. Я сейчас пущу трансляцию своего рабочего стола, на которой вы сможете, во-первых, посмотреть список участников. И я буду показывать вначале. Подарок, который мы разыгрываем. Так, мне надо будет помощь. Поставьте, пожалуйста, двойку в чат, цифру 2, если вы видите список участников, если открылся мой документ. Я буду возвращаться иногда, потому что мне не вижу теперь я чат. Двойку, отлично, все вы прекрасно видите. Смотрите, за... Проведение праздника заполнили анкеты 89 человек. И сегодня 89 человек будут участвовать в розыгрыше. Я, знаете, даже не посчитала, сколько подарков. Вот давайте проведем розыгрыш и посчитаем, сколько у нас победителей. В любом случае, вы все являетесь победителями, потому что даже если вы не выиграете те подарки, которые здесь вот представлены, вы... Можете прийти в офис, мы вас пригласим, и забрать утешительный подарок вместе с действующим каталогом. Мы дарим действующие каталоги на презентации всем, кто захочет получить дополнительный утешительный подарок и каталог. Вот. Смотрите, здесь у нас правила, немножечко о правилах скажу. Здесь у нас участники пронумерованы все от 1 до 89. Определять победителя будем генератором случайных чисел. Это такая программка в интернете, которая случайным образом выдает число. Один человек может выиграть только один подарок. Соответственно, если вдруг генератор случайных чисел, например, выдает повторно один и тот же номер, если этот номер уже выиграл, он выиграть уже не сможет. То есть мы просто заново запускаем генератор. Здесь у нас записаны имена. И записаны номера телефонов. Я буду, вы видите, что пропущены 3 цифры, то есть не переживайте, вас никто не идентифицирует. И я буду называть имя победителя и 4 последние цифры номера телефона. Таким образом, я думаю, что вы поймете, что вы победили, да? Потому что все, наверное, прекрасно знают свой номер телефона. Если не знаете, то обязательно посмотрите, вспомните для того, чтобы не пропустить себя. Если все будет в порядке, если даст система нам выгрузить эту запись, то запись мы тоже выложим в этом же чате, и вы сможете посмотреть все еще раз, либо скинуть там своим друзьям,
если они вдруг, ну, вы были вместе, например, да, на выражаем фестивале, и там друг не смог, подруга не смогла присутствовать на розыгрыше, можете тоже по ссылочке отправить запись. Все будет в этом порядке. Ну, итак, я думаю, что мы начинаем. Так. Я разыграю половину подарков, потом сделаю небольшую паузу, такую рекламную, да, а потом разыграем вторую часть подарков. Так, сейчас я найду презентацию для того, чтобы было видно. Вот она у меня. Так, первый подарок. Сейчас я все разверну. Так. Первый подарок у нас сегодня – это тканевая маска с экстрактом граната лифтинг, и она у нас в количестве 3 штуки. То есть у нас будет 3 победителя. Это тканевые масочки серии Juicy Care Mix, очень классные, они действительно дают эффект сразу с первого раза видимый. И сейчас мы узнаем, кто сможет на себе попробовать новинку. Так, восстанавливаем диапазон от 1 до 89 и начинаем генерировать. То есть сейчас генерируем 3 числа. 85, победитель номер 85. Еще раз, 54, напоминаю, у нас 3 маски. И 37. Сейчас напротив победителя я просто внесу Наталья, номер 37, выигрывает маску. Так, 0112. Поздравляем Наталью, 1007. Она выиграла маску тканевую. Далее, номер 54. 54. Ирина, номер оканчивается на 7350, тоже выигрывает тканевую маску. 0112, артикул. И номер 85, это Елена. Номер заканчивается на 9931, тоже сегодня выигрывает тканевую маску. 0112. Следующий подарок. Мы сейчас быстренько пойдем для того, чтобы... Так, вижу, все отлично, все супер, да, то есть все идет. Немножечко буду посматривать. Следующий подарок у нас тканевая маска с экстрактом лотоса, увлажнение. 0118 артикул. Сейчас узнаем, кто у нас ее сегодня выиграет. Генерируем число 31. 31. 31. Это Анна, номер заканчивается на 4462, сегодня выигрывает у нас тканевую маску. Поздравляем. Следующее. Силиконовые зубные щетки. У нас их сегодня 3. Это очень необычные щетки, которые почему-то вот очень многим полюбились и даже в какой-то момент они были настолько в дефиците на расхват, что компания заказала их огромными партиями. И сегодня мы разыграем одну розовенькую щетку и 2 зеленые щетки силиконовые, которые берегут наши десны. Так, розовую щетку. Первая, значит, это будет розовая щетка. Вторая, и 2 номера будет зеленые щетки. Генерируем число 25. Это у нас розовая щетка. И зелененькие 44. И 77. Смотрим, кто у нас победил. Так, 25. Наталья, номер заканчивается на 2707. Получает сегодня на пробу силиконовую зубную щетку. Артикул 113.17. Поздравляем Наталью. Далее, номер 44. Людмила. Номер заканчивается на 98.55, тоже выигрывает силиконовую зубную щетку с артикулом 113.19 зелененького цвета. Номер 77, Светлана.
Номер заканчивается на 60-48, тоже выигрывает на пробу. Зелененькую силиконовую щетку артикулом 113-19. Переходим к следующему подарку. Это у нас влажные салфетки для удаления пятен. Тоже очень популярный продукт. Спасает тогда, когда нету под рукой ничего. Может спасти даже от соуса, кетчупа и так далее ваши белые блузки. И кроме того, если вы вовремя ими воспользуетесь, то они помогут вам без проблем удалить пятно в стиральной машине. То есть не нужно будет усиленно застирывать, если вовремя воспользоваться. И сегодня артикул 115-52 у нас выиграет номер 38. Смотрим, кто это. Это у нас сегодня Роман. Роман выигрывает влажные салфетки. Номер 36-45 заканчивается. Артикул 115-52. Поздравляем Романа. Вот у нас представитель мужского пола тоже есть в розыгрыше. Следующий подарок. Спрей-освежитель воздуха «Весенние цветы». Артикул 118-10. Тоже, если кто не пробовал, обязательно пробуйте. Они не содержат вредных газов пропеллентом, как в таких баллончиках под давлением, которые обычно продаются в магазине. Вы знаете, что ими нельзя дышать, то есть надо, если прыснуть, то быстро убежать. А вот эти прекрасные освежители воздуха, они абсолютно безопасны на водной основе и прекрасно освежают воздух, устраняя лишние запахи. И сегодня у нас вот такой вот спрей выиграет. 44 был, 62. Участник номер 62. Смотрим, это у нас Светлана. Номер заканчивается на 0109. Светлана выигрывает освежитель воздуха, артикул 118-10. Светлану мы поздравляем. Далее, следующий подарок. Мыло для кухни, устраняющее запахи. Так, написала артикул неправильно. У него артикул 112-15, одной циферки не хватает. Тоже прекрасный продукт, потому что убирает на кухне все запахи чеснока и с рук в том числе, рыбы, мяса, специй и всего пахучего, от чего хочется быстро избавиться и потом по-человечески пойти куда-нибудь навстречу, прогулку, вечеринку и так далее. Вот это мыло для кухни очень спасет и поверхности, и ручки, и безопасно удалит неприятные запахи. И сегодня данный продукт с ароматом экзотических фруктов у нас с вами получит номер 56. По-моему, еще не было его. Смотрим, номер 56. Это Оксана. Номер заканчивается на 12.02. Мы поздравляем Оксану. Она будет пробовать мыло для кухни, устраняющее запахи с ароматом экзотических фруктов. 112.15. Быстренько идем дальше. Ароматизатор для белья. Вишневый сад. Это ароматизатор в шкаф можно повесить, можно положить в белье. Очень приятный аромат тоже. Достаточно долго сохраняется. 112.83 артикул. Сегодня у нас выиграет номер 83. Номер 83 еще не был. Номер 83, Альбину, поздравляем, сегодня она выигрывает саше 112-15, артикул, нет, 112-83, артикул «Вишневый сад». Следующее, еще один такой же ароматизатор, но с ароматом ванильного облака, приятный теплый ванильный аромат, на зиму очень хорош, артикул 112-82. И сегодня у нас его получит в подарок номер 14. Номер 14 – это Людмила. Номер 4106 заканчивается. Так, она выигрывает у нас данный ароматизатор с артикулом 112-82. Идем дальше. Так, вы еще со мной, сейчас я вас проверю. Так, вы со мной? Если да, со мной поставьте, пожалуйста, тройку. Троечку поставьте, если вы меня прекрасно слышите, потому что всякое бывает, бывают обрывы. Все, отлично, мы продолжаем дальше.
И у нас сейчас следующий подарок двойной. У нас тут будет и витаминная маска для лица манго папайя, и твердое мыло для рук мятный шоколад. То есть этот сдвоенный подарок получит у нас... Сейчас определим победителя. Номер 54. 54 номер уже был. Номер 12 у нас сегодня получит этот подарок. Давайте, 54 точно был? Был. Номер 12, Ольга. 2512 номер телефона заканчивается. Сегодня получает этот наборчик. 2372 и 2195. Идем дальше. Следующее – это бальзам для рук интенсивного восстановления с маслом ши и депантенолом, маслом облепихи, 2187 артикул. И генерируем число, номер 37. 37 тоже был. Как же так, все повторяется. 21. Татьяна, номер телефона заканчивается на 8820. Татьяна сегодня выигрывает такой подарок в виде бальзама для ручек, который очень хорошо будет как раз зимний-осенний сезон. Следующий подарок у нас сейчас такой кремовый парад, парад кремов для рук с ароматом лаванды и мартели, успокаивающий аромат, 8366 артикул. И у нас его сегодня выиграет номер 20. Номер 20. Это Галина. Номер заканчивается 0157. Галину мы поздравляем с выигрышем. 8366. Такого вот крема для рук ароматного. Следующее. Очень тоже необычный аромат. Яркий ирис и папоротник. Тоже крем для рук. 8664. Сегодня получает у нас... Номер 58, по-моему, его еще не было. Да, номер 58, это Елена, 9574, получает в подарок ароматный крем, 8664 артикул, ирис и папоротник. Идем дальше. Крем для рук My Honey, да, медовый крем, защитный для рук и ногтей с пчелиным воском. Тоже достаточно популярный продукт, его очень любят у нас. 8553. Номер 6 выигрывает. И участник это Марина. Номер заканчивается на 5394. Выигрывает крем для рук 8553. Так, следующий подарок. Жидкое мыло для рук роза фиалка. После мыла мы сделаем короткий перерыв. Буквально на минутки две. 8172. 8172 мы сейчас разыграем. И генерируем число номер 78. Да, кажется, его еще не было. Посмотрим. 78. Елена, номер заканчивается на 2209. Сегодня получает жидкое мыло с ароматом розы фиалки, артикулом 8172. Так, друзья, сейчас скажу коротко о том, что вам дает ваш номер. Ваш номер вам дает возможность приобретать со скидкой продукцию в компании Faberlic. Моментальная скидка 20% при любом заказе от 1000 рублей гарантирована вам вот на теперь постоянный срок. То есть вам желательно активировать свой личный номер в течение 6 каталожных периодов. Сейчас это время дается. Но рекомендую сейчас. Почему? Потому что подарок вообще просто шикарный. Это серия моментального преображения. Здесь сразу 4 продукта. Масочка, которая пенится черная, представляете, когда ее надеваешь, начинает пузыриться, и ты становишься Дедом Морозом. Может быть, вы видели в интернете, звезды любят прямо делать посты в социальных сетях с этой маской, да, не одну звезду уже видела, и вот она такая вот красивая тоже достанется тому, кто сделает первый заказ на сумму 1449 рублей в ценах каталога, и от этой суммы еще скидка
20%. В этот же наборчик входит маска Detox, тоже с черным углем, тоже серия моментального преображения, моментально матирует, кожу освежает, и если пользоваться регулярно, то избавляет от черных точек. Сюда же входит экспресс-корректор, который подстраивается под оттенок кожи. Он приспособлен для кожи вокруг глаз и прекрасно ухаживает, помимо того, что высветляет область вокруг глаз, еще и ухаживает за ней. И вот такой красивый, сейчас я покажу, красивую повязочку тоже, всего в подарок за 1 рубль при первом заказе на сумму 1449 рублей. Обратите внимание на сроки с 22 по 22 сентября. То есть вот эта неделя последняя является для того, чтобы получить вот этот подарок при заказе. Забрать подарок можно при втором заказе на сумму 1000 рублей. То есть он приходит не сразу, он приходит со вторым заказом. Важно оплатить свой заказ до 22 сентября. Если вдруг вы запутались, вот тут как раз маска это показана, да, то, что кожа увлажненная, подтянута, становится красивая после маски. А если у вас возникнет вопрос, то вы можете просто обратиться к своему наставнику, на каталоге у вас указан номер телефона, и узнать поподробнее, что и как. Вот такая вот масочка тоже в подарок идет. Стоимость всего этого наборчика более 1200 рублей. Она достается за рубль тому, кто делает первый заказ на сумму 1449 рублей. И еще одну акцию скажу. Мега-акция «Миллион рублей в кармане» называется. Она тоже распространяется на тех, кто первый раз делает заказ компании. «Миллион в кармане» акция – это, по сути, лотерейный билет, который вы приобретаете бесплатно. Лотерейные билеты в магазине стоят от 100 рублей. Люди ими зачем-то затариваются, ничего не выигрывают в итоге. А здесь вот такие купончики на участие в розыгрыш вы получаете просто за свой заказ. За каждые 299 рублей покупки вы получаете вот такой купончик, карточку, в которой, во-первых, гарантированные призы, скидки от 40 до 70% на новый каталог, либо подарочки за рубль. Такие вот маленькие, может быть, салфетки, зубные пасты, мыло, но тоже приятные. И они видны после активации карты в личном кабинете. Естественно, для вас это все ново, и мы все помогаем. Главное понять условия, что за каждые 299 рублей покупки компания автоматически вам в личном кабинете добавляет по одной такой карточке, по сути, по одному лотерейному билету на участие в розыгрыше призов. Призы разыгрываются 23 октября ни нами, ни консультантами, непосредственно компанией. Компания на сайте размещает победителей. Призов много, два подарка по 1 миллион рублей. Это не лохотрон, мы сами все видим, кто у нас получает призы. У нас каждые, наверное, 3 месяца бывают подобные розыгрыши. В прошлый раз выигрывали 2 автомобиля, выиграли 2 женщины, одна с Уральского региона и одна женщина с Махачкалы, Дагестан, по-моему, да? Вот, то есть, а вот такие маленькие подарки наши консультанты выигрывают, ну, постоянно, то есть, вот сейчас разыгрываются 15 смарт-телефонов Samsung Galaxy S10+, они стоят в моем видео более 70 тысяч рублей, 150 сумок из новой коллекции Premium Mix, вы видели, наверное, кто вовремя зашел, что эта коллекция анонсировалась, и 2000 флаконов парфюмерной воды Дезирабле, ну, с французского, да, это будем в французской манере читать это слово, тоже будет разыграно. То есть вот такое огромное количество подарков для тех, кто делает заказ до 22 числа, помимо подарка за рубль, который я показывала раньше, вы еще будете участвовать в вот таком розыгрыше призов. А теперь мы возвращаемся к нашему розыгрышу. Так, сейчас, секундочку, вот. И смотрим, какой следующий у нас с вами подарок. Гарантированно вы получите. Так, это гель для душа апельсин-ваниль из серии Fleur de Provence, артикул 8374. И его у нас сейчас получит номер 30.
Номер 30 – это Алия. Номер телефона заканчивается на 6014. 8374, да, по-моему, 8374 артикул. Далее, следующий подарок. Зубная паста «Активный уход». Тоже хорошая серия, достаточно. Это зубная паста для десен с экстрактом коры дуба. 2237 артикул. И разыгрываем его, ее, то есть, номер 40 у нас сегодня получает. Зубную пасту номер 40. Это Алина. Номер заканчивается на 4101. Зубная паста. Так, артикул я забыла. 22.37. Идем далее. А вот это сейчас кому-то очень повезет. Восстанавливающий спрей, легендарный кислород. Просто мега-суперский продукт, который универсален. Может служить в аптечке. Он может быть в качестве соцсредства, когда вы обожглись. Был укус, покраснение, ожог. Моментально помогает, поскольку является визитной карточкой компании. И один из патентов, самый первый, самый главный, это патент на накожное применение перфторана. Гениальная разработка отечественных ученых вот лежит в основе данного продукта. Легендарный кислород, поэтому и называется. Вот эта легендарная когда-то фармакологическая разработка стала основой патента Фаберлик и стала основой кислородной косметики и вот такой уникальный восстанавливающий активный спрей, который можно использовать вместо тоника. Под крем, на макияж, для дополнительного увлажнения в течение дня, когда жарят батареи в помещении, либо когда жарко на улице летом. Его реально можно использовать. Ну, кто выиграет, тот, наверное, дополнительно спросит принятых применений, а сейчас мы будем его разыгрывать. Повезло сегодня номеру 3. А номер 3 у нас Яна. Так, 9181. Номер телефона заканчивается. Она у нас выигрывает этот замечательный восстанавливающий спрей. Яну поздравляем. Следующий продукт тоже интересный. Бальзам для губ похудей. Это 100% натуральная природная косметика. Она... Во-первых, увлажняет губы, а во-вторых, содержит экстракт кактуса. Экстракт кактуса. Вот я забыла, наверное, я переволновалась. Но это тоже очень такой классный экстракт, который вообще-то сертифицирован во Франции, но применяется в наших продуктах, потому что кое-какие формулы все-таки Фаберлик покупает. Не только свои разработки придумывают, и мы сейчас узнаем, кто данный продукт попробует и, возможно, похудеет вместе с ним. 36. Было у нас номер 36, по-моему, нет. 36. Это у нас Анна. Номер заканчивается на 25.50, и она сегодня выигрывает у нас 45.77. Бальзам похудей. Следующий подарок. Переходим к волосам. У нас еще остались продукты для волос. Объем и густота. Бальзам для волос с экстрактом лёны и маслом зародышей пшеницы от серии «Ботаника», который содержит натуральные компоненты. 8746 артикул. И посмотрим, кто сегодня выиграет этот подарок. Номер 69. Дарья. Номер телефона заканчивается на 2224. Выигрывает сегодня бальзам для волос 8746. Дарью поздравляем. Следующий артикул. Следующий артикул — яркость и шелковистость. Так, и у нас их две штучки. Мы сейчас две штучки разыграем. 8751 артикул. Для себя запомню. И два раза сгенерируем число. Первое 85. У нас 85 номер уже был. 79. И номер 11. Давайте посмотрим, кто сегодня счастливчики. Номер 79. Это Мария.
Номер телефона заканчивается на 2867. Она у нас сегодня выигрывает бальзам яркости шелковистость для волос. 87-51 артикул. Номер 11. Оксана. Номер телефона заканчивается на 5525. Тоже сегодня выигрывает этот бальзамчик. 87-51. Итак, у нас еще несколько призов. Снова бальзам для волос из этой же серии «Ботаника», но уже с экстрактом, с пропольсом и шиповником, экстрактом шиповника. 87-50. Генерируем число. 63. Что-то такое ощущение, что уже было. Сейчас посмотрим. 63. Нет, не было. Светлана, номер телефона заканчивается на 9202. Выигрывает сегодня бальзам восстановления и уход. 87-50. Смотрим, что у нас еще есть. Шампунь восстановления и уход. Тоже с прополисом и шиповником. Номер 8744. Сегодня у нас выиграет номер 4. Номер 4. Это Екатерина. Номер телефона заканчивается на 1010. 8744. Екатерину поздравляем. Далее. И, по-моему, у нас последний уже подарок. Шампунь 2 в 1, восстановление и защита 2 в 1, потому что он еще содержит и кондиционер с экстрактом березы и репейным маслом. Артикул 8736 у нас сегодня получает номер 77. 77 у нас уже был. 41. Екатерина. Номер телефона заканчивается на 3667. Сегодня выигрывает последний подарок на сегодня. Артикул 8736. Екатерина, поздравляем. Итак, друзья, мы, конечно же, рады за победителей и рады за тех, кто... Ну, так случилось, что не выиграл здесь, но у нас реально столько подарков, что мы рады вас приветствовать в нашем клубе покупателей Faberlic. Номер Faberlic дает далеко не только возможность приобретать в своем интернет-магазине, покупать продукцию напрямую от производителя, что является просто бесценным на сегодняшний момент преимуществом именно прямых продаж, потому что вы имеете возможность быть на 100% уверены, что вы получаете оригинальный продукт от компании, а не подделку за бешеные деньги, что, к сожалению, сейчас встречается даже очень часто, даже в очень вполне таких именитых магазинах. Но, к сожалению, это так, сертификаты на каждый продукт мы получать не можем. Так, вы еще со мной? Со мной ли вы? Поставьте, пожалуйста, четверочку, если вы еще со мной, и я вам расскажу напоследок, как вы сможете получить свои подарки. Четверочки вижу, значит, все окей, значит, я на связи. Нас сегодня не подвел наша платформа Proofme. Получение подарков. Итак, получение подарков у нас будет 18 сентября в 18:30 по адресу Ленина, 62. Это кафе «Ашмес». Нужно будет пойти на третий этаж, офис номер 1. Не переживайте, каждому мы позвоним и объясним, как туда пройти. Если вы не можете прийти в это время, тоже ничего страшного, мы индивидуально договоримся, что и как. Но очень желательно все-таки, чтобы вы смогли прийти вот в указанные дни. После 18 числа... Так случилось вдруг, что в компании Faberlic международный форум, и мы уезжаем в Москву, поэтому с 18-25 сентября подарки получить, выдать мы вот никак не сможем, к сожалению, даже вот очень хотим, но не сможем. Поэтому постарайтесь, кому срочно, кому очень хочется именно 18 сентября подойти и их забрать. Потом мы приедем, и 25 сентября еще раз в 18:30 по тому же адресу тоже будем вручать подарки. Займет все буквально 30, максимум 40 минут. И если вы и в этот день не сможете прийти, то после 25 сентября мы в вашем распоряжении, мы сможем вам отзвониться и всем индивидуально пообщаться. Если вдруг у вас работа,
семья, дети и еще что-то. Ничего страшного, мы с вами вместе придумаем, как и где встретиться для того, чтобы вы смогли получить ваши подарки. Напоминаю, что все, даже те, кто не выиграл, смогут у нас получить при встрече каталог, смогут получить подарок, утешительный подарок, да, если вы не оказались в числе тех, кто сегодня выиграл подарки, и получить от компании подарок, гарантированный за первый заказ на сумму 1449 рублей в каталожных ценах, там со скидкой получится примерно 1200 с копейками, да. И помимо того, получить еще и от компании такие купончики на участие в розыгрыше большого количества призов. Двух подарков по 2 миллиона рублей. Так, уже заговариваюсь, 15 телефонов, очень дорогих, очень классных. Сейчас я вспомню, я уже забываю. Так. Нет, не попала. Ага, вот сюда попала. Сумочек 150 из коллекции премиум, которые можно носить как и на поясе, так и просто через плечо. И 2000 флаконов парфюмерной воды Дезирабли, которая будет новинкой вообще следующего каталога, то есть ее вообще на данный момент даже в каталоге нет. То есть даже если вы полистаете каталог, даже если на сайте полистаете действующий, то ее нет еще. Это такой терпкий, по-настоящему приятный аромат, который... Ой, сейчас, секундочку, быстро по телефону перезвоню. Который вы сможете получить в подарок. Розыгрыш будет именно непосредственно в компании проводиться 23 октября, после того, как мы сможем собрать карточки и их еще активировать. Ну, то есть нужно, нам дает компания время до середины октября успеть эти карточки активировать в своем личном кабинете. Естественно, будем всем помогать при большом желании. Итак, еще раз напоминаю, где мы сможем с вами встретиться. И завтра, скорее всего, мы вам позвоним и обговорим. 18 сентября, 18:30 по адресу Ленина, 62, кафе «Ашмес», третий этаж, офис номер 1. Это офис компании «Фаберлик», где мы сможем вам выдать ваши подарки. Если вы 18 не можете, 25 сентября, 18:30, Ленина, 62, точно там же. Если и тогда не сможете, то индивидуально по телефону с вами обговорим с каждым. Всем большое спасибо за участие. Вроде бы я все сказала, все, что необходимо. Так, все, что необходимо, все сказала. Розыгрыш провела. Огромное спасибо всем, кто сегодня зашел и поучаствовал онлайне напрямую. Как вы видите, мы любим дарить подарки на разных уровнях. Подарки дарят на уровне новичков, на уровне пункта выдачи сервисного центра, где вы будете забирать свои заказы, на уровне компании, на разных уровнях подарков море. Это реально умный шопинг, где вы сможете получать продукцию напрямую от компании, минуя всяких ритейлеров. Все пробуйте нашу продукцию. Всем спасибо и до новых встреч. Пока!